Марсель захотел драхенфрукт. Это, я не знаю, даже по-русски драконовый этот, блин, не знаю, фрукт. Драконовый, надо посмотреть, как по-русски называется. Взяли, ну, у нас как был базар в субботу, да, вот такое, что это. Фрукты, овощи продавали, вот взяли, но он очень спелый. И светлое, это красный. Вкусный? Попробовать хотел, нравится. Подстригся, Марсель зашел. Ну, мы зашли тоже в магазинчик. Надо тоже мне попробовать, какой красный. Я светлый пробовала, а красный нет. А я купила себе вот такую сумочку для телефона. Моя уже в рабочая только. Ну, как рабочая, которую я покупала, помните, давно-давно. Я ее на работу постоянно. Это вот так вот на выход, чтобы если телефон... Карманов мне таких больших нету. Поэтому были в магазинчике, то я ее... прикупила. Сейчас примерила телефон. Очень классно. И здесь вот карманчики есть такие тоже. Небольшие, но он еще не разработан. Потом будет помягче. Как? Питая. А, Паттайя или может быть? Или Пи? Питая. В общем, Питая. У нас называется он Драхенфрукт. И взяли абрикосы сегодня. Арбуз еще взяли. Мандаринка одна. Посмотрим абрикосы. Обычно сколько брали, никогда мне не нравилось. Сейчас вроде бы прям выглядит хорошо и мягенькие. Такие цветочки привезла с работы. Магита, женщина. Она нас всегда балует. Вы видели, я уже показывала такие букетики. И вот он такой маленький в стаканчике. А сегодня съездили с Витей на поле. И сорвали вот такие вот гладиолусы. Но они еще полузакрыты и должны, по идее, открыться. Был один раз такой, что у меня гладиолусы не открылся, один или два, но в основном они открываются, да. Взяли, сорвали 7 штук. 7 такой разных все цветов, надеюсь, они откроются, потом покажу вам когда-нибудь такие уже помассивнее, да. Наготовила окрошки. Смотрите, Витя мне помогал, начищал, нарезал тоже яйца. Быстренько, прям хорошо быстро сделали. Уже остыло, на холодильнике стояло. Видите, сейчас достала, будем кушать. И сегодня еще заезжали к Ире на дачу. Ну, просто поболтать минут, хотя бы на 15-20 мимо ехали. И она нас угостила вот такой вот красотой. Огурчики и помидорчики. Но это не все помидорчики, я парочку эти помыла на тарелку покушать сейчас. А парочку еще убрала, они немножко зеленоватые, чтобы доспели. Ну, биопродукт. Ирочка, спасибо большое. Вот, а мы отправляемся сейчас кушать. Так что всем приятного аппетита, кто будет кушать с нами. А нам пришла посылочка, и не одна. Сейчас я покажу сначала эту, потом... Пемпер сейчас мне пришел. Да, вчера пришла посылка, я ее раскрыла, но я ничего не мыла. Вот, Витя, показывай, что мы заказали. Мы заказали нам зубные щетки. Электрические, да? Правильно, электрические? Ну да, наверное. Ну, электрические зубные щетки от Oral-B и O9N. Вот такую вот, да, серию. У него 7 программ вот этого вот аппарата. И разных цветов, правда. Вите черную, Марселю черную, а мне вот такую цветом. Долго думали, смотрели. Помята? А, здесь, да, помята. И открыто. Давай будем открыто? Смотреть. Ну, как вот, видишь. Я думала, это зигель открыто. Нет, просто из-за того, что помялось. Нет, здесь все запечатано, ничего нет. Скорее всего, так кидали ее, наверное. А коробка, между прочим, грязная. Сейчас руки чувствую. Не, они вон такие все. Пыльные, да? Да. Блин, надо только не на ковре. Прополис. В общем, сейчас Витя откроет, покажет. Открой мою. Моя другого цвета. Черная и в Африке черная. Хотела показать. Сейчас поставим заряжаться. И уже можно сегодня будет приступить зубки чистить. Если коротко, что я расскажу. Зубная щетка с меню. Такое табло, да, вот есть здесь. И здесь должен гореть цвет. Разные цвета, но обозначение, по-моему, красного, если сильно давить. Белый, если давление на зуб маленькое. И зеленый, если вот такой кругляшочек будет гореть. Самое оптимальное. Здесь и как вот у кого пародонтоз хорошо, для отбеливания зубов тоже хорошо.
Короче, нам осталось только подобрать потом. Подобрать просто будет пасту подходящую. Можно чистить вот язык. Это интенсивная чистка. Это для десен. Это получает отбеливание. Это нежное. Нежный уход, как бы, ну, не сильно грубая чистка. Это совсем нежная. И это просто каждодневная. Еще можно соединять с телефоном, смартфоном через Bluetooth, да. И должно, по идее, показывать, как проходит чистка зубов. 3D sign tracking. Это как понять? Ну, типа на телефоне смотришь, он тебе типа опознает, где твои зубы или что-то чистит. А, ну что, короче, какие вроде зубы, так, да, почистил. Ну, вот мы смотрели немножко рекламу, смотрели видео, долго думали и все-таки решили, что нам они необходимы. Можно было бы, конечно, заказать детскую, но так как Марселе уже скоро 13, то да, ну, прям здесь 3D выпукло, то, ну, смысла нет, там детские щетки до 14 лет. И здесь просто мы ему выставим тогда нежный уход и все. Ну да, щеточки такие массивные. В комплекте идет, сейчас Витя покажет, две. Нет, не в комплекте. Это... Ты можешь, ну, отдельно заказать вот эту, ага, и отдельно эти. Насадки. Да, насадки. Угу. Сейчас посмотрим, что здесь. А, ты отдельно уже дозаказал, что ли, насадки? Да, когда ты выбираешь на официальный сайт, там стоит вот просто один вот этот. Бокс этот, да. Да, можешь с двумя насадками, как заказать, с четырьмя и с восьми. Угу. Ага. Короче, все, что в комплекте, это здесь вот в боксе будет сейчас. Да, ага. Вот, комплект будет в боксе. Хорошо. А я думала, что это просто каждому коробке шло. Понятно. Нет. Вот. Ну-ка, что здесь нарисовано? Ну, а, что, доставай? Так, что доставай? Ну да, доставай, все равно сейчас все на зарядку надо ставить. Здесь вот, видите? А, нет, здесь одна идет. Мне, мне тоже казалось, что я читала, вроде как. А, нет, две идет. Ну, две насадки. Да, а я еще заказал. Ну, ничего страшного. Ну, а что, они пропадут, что ли? Специальный сайт до вчерашнего дня было 20% скидки. Ну, вот тем более. И на эти тоже, да, было? Погуглили, загуглили. Самое дешевое было на официальном сайте в данный момент. Да, и поэтому и взяли официальное с Oral-B, да? Вот, и... Ну а что, вот эти насадки, они не пропадут, мы их уберем. Каждые три месяца меняется насадка. А, плюс один год гарантии было. Гарантии, да. Короче, не два года, да, а три года. По идее, на электрические приборы у нас два года автоматические гарантии. А здесь было еще плюс, если вот покупаешь вчера, допустим, если, ну не вчера мы брали, позавчера заказывали. Если покупаешь в этот день, то оно еще и гарантию год сверху дается. Поэтому у нас на электрические щетки вот эти вот каждую 3 года гарантии. Что я сделал, не знаю, короче. Ничего страшного, все равно заряжать, там надо будет выставлять потом. И... А вот мало почистил, и лицо такое показывает. Да, плохо почистил. Всего лишь 7 секунд. Непорядок. А если смайлик улыбается, то значит чистка была хорошая, и давление оптимальное, и все. Ой, такой прикольный в руке. Угу. Очень удобный. Это моя. Бешеные бабки. Ну да, мы потратились, но опять же, вот показывает батарею. Было написано вообще, что 3 часа заряд полностью идет и хватает до 14 дней. Ну, посмотрим. А не больше, что говорили? Если я не путаю, что так. Но я версию уже 8 еще смотрела, это версия 9. Я поэтому не знаю теперь, про какую точно. Смотрите. Здоровается, привет, говорит. Чистим зубы? Нет, там английский был, я нажал нечаянно, я вообще по-английски все. Ну, hello, да. И так, хоть hello так. Так что, вот. Потом в наборе, и вот в этом наборе, в 9-м, да, который мы взяли, вот это вот... В 8-м тоже есть. В 8-м, да. В 8-м есть, но он не... Ну, сейчас, да, расскажи. А. Это футляр. Да, футляр. В 8-м было... Не заряжался, да? Да, футляр не заряжался, а здесь зарядка есть. Футляр. Ну, это как... Ну, удобно. Ну, может быть, да. Ну, вот с собой вот, ехать в отпуск и все взял, и ты футляр... Я хочу, чтобы она лежала в футляре, да? Они вот открытые, допустим, положил, сложил... И поставил заряжаться, чтобы как не пыль, ничего, потому что уборка номера проходит, чтобы, да, раз. То есть футляр уже для щетки самой и для насадочки. Вот кабель. Сколько чипи, интересно.
что здесь происходит, они бесятся. Чипи любопытно, она так посмотрела. Любит везде. Вот, ну-ка, поставь-ка. Тяжеленько, хорошо. Магнит. Да. Ну-ка, дай потрогу. Дай потрогу воду. Ой, она так плотно стоит. Да, да. А, там резинка прорезиненная. Ну, прям не скользит. Угу, тяжелый. Классно. Короче, моя тест-объект. Сейчас мою Вите и стыкает, потом уже свою уже будет знать, что нужно делать. Я шучу. Вот, и дальше, пока Витя там жужжит, в наборе вот одна насадка. Две. А, не увидела, простите. Ну, они разные, да, Вить? Или нет? Да, они разные. Да, точно, да? Они разные. Да. Надо почитать, для какой одна, для чего другая. Вот, мы сейчас почитаем. Бедненький мой, зубки не почистила, Валя. И, да, вот. И вот такой вот тоже футлярчик, чтобы хранить насадочку, чтобы не пылилось. Да. Удобно. У нас Валя все равно интересная. Говорю, зачем мне две покупать, Марселю, тебе? Надо один. Футлярчик. Одна, да. Марселя и твоя, раз поменяли и все. Нет, потому что у него есть память. И пускай у Марселя будет своя. Он будет запоминать, как он чистит свои зубы каждодневно. А если мы будем с ним вдвоем чистить зубы одной вот этой вот, то тогда он не будет понимать, кто какие зубы чистит. Поэтому, в конце концов, мы это для... Как, это тоже для здоровья считается? Зубы – это важно, да? Деньги заработаются, а зубы вставлять очень дорого. Поэтому... Купили каждому. Сейчас мы тогда откроем еще черную и покажу вам в черном цвете, как, да, и выставим как раз язык, потому что здесь можно языки выставлять. Заодно посмотрю, мне интересно, есть на русском? Ой, есть на русском или нет? Ну, в общем, неплохая. В руке очень удобно. Сегодня испытывать буду. А, вот они нарисованы, вот почитать, что две разные насадки. Одна для нежного, наверное, другая для каждодневного. Ну, сейчас почитаю. Вот, тут еще тоже распознать. Есть знаки распознать? Господи, все падает. А, ну тут вот нарисовано, да, какие вот. Одна головка вот такая, другая вот такая. В общем, Витя достал уже еще одну зубную щетку, а я тут пока почитала. Нужно зарегистрироваться на сайте, и тогда автоматически будет плюс... 1 год гарантии бесплатно. Вот, но можно еще и заключить гарантию, если хотите, доплатить деньги и сделать там на дольше. Но мы этого не делали, 3 года хватит. Вот. Так, вот получается, тут описывает вот эта щеточка для нежной, ну, как бы бережной чистки, а это ультимативная стоит как для всего, и можете ей тоже делать. Вот. И вот стоит 1 год. Гарантии плюс. В общем, увидите все в черном цвете, как и у Марселя. И мы хоть с Марселем не будем путаться тоже. Вот. И подставочка для вот этих вот щеток. Щеточки вот эти тоже черные. А сама вот зубная щетка, она не так, как черная, видите, правда, она антрацитового какого-то цвета. Потому что, видите, или то, что типа с блеском. Как будто бы кажется, но так просто блестит. И черное зарядное устройство. Это вот для тебя, наверное. Infinity Sun Flare. Ну вот, у меня такая же есть. Ну вообще. Угу. Только у меня все в белом цвете. Вон, да. Пацанов в черном. В общем, ладно, пойдемте на кухню, покажу, что у меня вчера пришло. Ну, здесь все то же самое. Так, а как открывать? Чипи, Коко, да что это такое? А? Вы там чего? Кстати, цветы наши расцвели почти до кончиков. Уже снизу обдираю. Чипи. Ведь не могу открыть одной рукой. Нажимать? А я откуда знаю, да, вот тут. Нажимать и поднимать. Нажимать и поднимать. Вот, да. То есть она потом, если вот, да, ложится здесь, тут магнитик, и она заряжается. Это, знаете, как наушники, тоже наушники заряжаются в футляре, также и зубная щетка. Прикольно. Взял так, да?
элегантно, красиво, удобно. Плюс еще надеюсь, что очень-очень хорошо будет чистить. Вот. Вроде как хвалят. Да, многих и как смотрели, и у Вити на работе бухгалтер, секретарь. Там все вместе, да? Она посоветовала, да? Она уже. Ну, она себе чистит. Купила 8-ю серию, потому что в Ангиботе взяла. И, ну, 9-е, 10-е, да, как еще дороже. 10-е 600 с лишним стоит. Это там какая-то там, да? Это. Финдипуперная. Да, да. Ну, там есть они другие цены, да. Но все равно там больше 300 евро. Угу. Вот. А это нам обошлась, получается. 200 одна. Нет, меньше. Ну, почти 200. 190 с копейками. Нет, меньше? Uh-huh. А он еще лучше. Я почему-то 20% отнимала, у меня получалось. Ну, в общем, видите, соврала. Меньше 200. Вот. Все, убираем этот бардак и пойдемте на кухню. Вот что надо. Че кричим? Вкусняшки дала. Полетали. Чипи. Коко вообще отвернулся за одним местом. Ушел. Чипи, полетели? Что там Витя делает? Иди посмотри. Иди. Курочка ты наша. Ой, какая красавица. Да? Вот так. Вот лучше сидите тихо, а то буду вас пугать камерой. Вот цветочки уже я снизу обрываю. Уже такие. А сверху, смотрите, все-таки открывается. Вообще красивые цветы. Завтра, если погода позволит, может еще съездить. У нас сегодня уже пятница. Я вот как сняла вам, что поставили цветы в воду, привезли и больше не снимала, потому что не было времени. Работа, дом. В общем, вот. Только в пятницу нашлось время. Это сейчас Витя с работы приехал. Марсель со школы пришел, видите, контейнер. Витя с работы пришел, контейнер привез. Надо же руками помыть, я руками вручную мою, пластиковые в основном. Ну, когда иногда бывает. А нет, сегодня я положу в посудомойку, да. Среди недели мою всегда руками, а вот в конце недели, да, сегодня у нас пятница же, положу в посудомойку. А это у нас от Киндер-сюрприз. Да, вот такие вот я оставляю, и мы с Витей витамины берем на работу. На работе, вот когда там завтрак, обед, и мы берем, ну как, сюда хорошо таблетки, вот таблетки, витамины. А мы с Витей пьем вот витаминчики. Я брала витамины, еще Б-комплекс у меня ждет в своей очереди, а сейчас пока пьем лизин и витамин С. И вот у меня такая есть коробочка, скажем, и у Вити. И я потом ложу себе две, ему две, и на работу уезжаем. Так удобно как транспортировать. Лайфхак, может, кому-то будет нужен. Таблетки или что там так вот взял, и оно, по крайней мере, закрыто, да, чистое. Вот. Что мне вчера пришло? Давайте-ка быстро, у меня садится батарейка. Я заказала себе, у меня же есть такая маленькая форма от Pampered Chef, да, заказывала у Насти. И сейчас заказала себе большую форму. Она на 2 литра, маленькая форма на 1,5 литра. И хочу завтра, вот буду с вами, наверное, готовить в духовке. Будем готовить и сразу будем готовить мясо. Здесь, по книжке, которую я заказывала, да, готовим все в духовке. Сегодня съездила, еще мясо купила, говядину. И в маленьком будем готовить с вами гречку. Так что вот сейчас тоже это все помою. Видите, входит такой шпатель, чтобы можно было почистить, зачистить, если какие-то остатки. И если заказ превышал 80 евро, а мне это обошлось с пересылкой все вместе 110, по-моему, где-то в районе этого, я получаю вот такой, это было, скидки акции еще были, я получаю вот такую вот пластиковую ложку, скажем так, ну, шпатель, да, такое. Вот, это шел в подарок уже. Так что вот, ребята, вот такие дела. Надо это помыть все. Будем завтра готовить. По-моему, как раз до утра высохнет. И хорошо, что в духовку умещается две формы вместе. Можно готовить борщ и печь хлеб. И все это вместе. Я права. Я хотела уже с вами попрощаться, и Витя посмотрел. А, Витя говорит, ты права, что щетка зубная. Сколько? Одна? 191. 191 евро щетка. Ну, это вместе с насадками. А если без насадок, у тебя же в комплекте там две идут, да? Да. Тогда дешевле. Вот с этими еще плюс к этим, да, у нас в коробке были две. И Витя еще дозаказал вот две. Так, 157 мы. Вот этот вот, вот этот один.
Ага, так вообще дешевле. 157 вообще обошлась. Представляете? Ну да, тогда, конечно, я... Потому что я думала, что 200 с лишним она была, тогда я... Да, неправильно. Если не дочитала, мы же быстро попыхали. Да, да, это был вечер, мы делали это все быстро, потому что поздно увидели, поздно услышали, и уже акция заканчивалась. Приближалась к 12 часам вечера, в общем, нужно было срочно решать, берем, не берем. И мы взяли, да, 157, да. Короче, одна зубная щетка электрическая от Oral-B, плюс еще две насадки. Получается, нам теперь, ребят, это знаете сколько? 4 насадки, каждая насадка по 3 месяца. 3, 3, 3, 3. В общем, нам хватит надолго. Все, буду с вами на этом прощаться. У нас уже вечер, мы сейчас отправляемся кушать. И завтра я буду монтировать Витин отпуск. Я еще никак, мне руки не добрались. Как он съездил на малярку. А вы знали, что он ездил на малярку? Уже теперь, наверное, знали, потому что те видео я, если смонтирую, выложу вперед. Вот, все. Всем пока-пока.